Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим куриное филе в кефире. Если вам надоела простая отварная куриная грудка или грудка, приготовленная на пару, то этот рецепт придется кстати. Он относится к категории диетических рецептов, но куриное филе получается сочным и очень вкусным. Итак, для блюд нам потребуется 500 грамм куриного филе, 2 крупные дольки чеснока, зелень укропа, можно взять свежий или сушеный, перец чили, вместо него можно использовать черный или красный перец, 200 мл кефира, лучше взять нежирный, а также соль. Куриное филе необходимо вымыть и нарезать не очень крупными кусочками, примерно вот так. Укроп мелко порежем. К куриной грудке добавим укроп, чайную ложку соли, перец чили, 1/3 чайной ложки, измельченный с помощью пресса чеснок, зальем это все кефиром и хорошо перемешаем. Курицу убираем в холодильник мариноваться минимум на 30 минут, а лучше на час. Итак, у меня куриное филе постояло 40 минут, теперь будем готовить. Куриное филе выкладываем в чашу мультиварки, чашу ничем не смазываем. Часть соуса я положила вместе с куриным филе, а часть вот осталась у меня в чаше. Закрываем крышку мультиварки. Выбираем меню, режим тушения, вид продукта мясо или птица. У меня мясо. Уменьшим время, нам необходимо 35 минут. Нажимаем старт. Через 35 минут куриная грудка будет готова. Прошло 35 минут. Вот такая куриная грудка у нас получилась. Куриное филе по этому рецепту получается очень мягким и сочным, а самое главное – диетическим. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Приятного аппетита и до новых встреч!